Итак, друзья, всем привет! Сегодня буду вам рассказывать, показывать, как записать видео рабочего стола, либо видео, значит, геймплея, как все это можно записать с помощью GeForce Experience. По ссылке в описании проходите, скачивайте приложение. Оно бесплатное, но оно работает, если у вас видеокарта NVIDIA, и начиная, по-моему, GTX 650, вот, по-моему, с этой модели можете уже записывать видео с рабочего стола. Если старше, то нет. Итак, друзья, значит, чтобы записать, прежде всего, нажимаем на вот эту вот кнопочку, и, конечно, тут все у нас по... английский, ну, друзья, я думаю, что вы и так догадаетесь, тут английский, русский, разницы никакой нет. Нажимаем на вот эту вот звездочку, это у нас настройки, после чего заходим во второй параметр, HUD layout, здесь выбираем камеру, это веб-камера, вот она у меня сверху стоит, и где она будет располагаться. Здесь ниже, ну, size, это размер, и выбираем, вот, я выбираю самый большой, даже самый большой, не особо большой. Статус индикатор, ну, индикатор записи, да, вторым, и я его располагаю тоже вот здесь вот в правом верхнем углу. Все, после чего back, после чего, кстати, privacy control заходим, и здесь вот desktop capture, здесь позволяем записывать видео с рабочего стола, вот этот вот у нас галочка или переключатель должен быть включен. После чего, друзья, заходите в видео capture, ну, это запись видео. И здесь выбираете качество, ну, разрешение, да, у меня 1080p стоит, хоть и разрешение 1440p на мониторе, да, но я как бы экономил место, выбрал 1080p, друзья. После чего, значит, здесь выбрал тоже 30 FPS, хоть по умолчанию стоит 60. Ну и здесь еще и убрал битрейт поменьше, чтобы сэкономить место на рабочем, на жестком диске. У меня SSD-диск, ну, короче, понятно. Далее нажимаем Back. Вот, собственно, и все, друзья. После чего Done. Здесь выбираете микрофон Settings, выбираете здесь микрофон, его громкость, настраиваете. Ну, а здесь по умолчанию стоит веб-камера, кстати, ее можно выключить или включить вот так вот. Соответственно, после чего закрываем все, нажимаем Alt F9, соответственно, и смотрите, запись вот у нас пошла, вот у нас значок записи, сразу же видно по всем привет по веб-камере, как я вот сейчас снимаю с камеры, и, соответственно, все работает, все отлично, после чего закрываем, Alt F9 опять также надо нажать, после чего заходим, значит, в папку, кстати, там тоже, сейчас я покажу, как выбрать папку, давайте пока что я вам покажу, сейчас я отключу наушники, и чтобы вы могли услышать, что получилось у нас, что он реально записывает. Вот у нас пошла, вот у нас значок записи. Сразу же видно по всем привет по веб-камере, как я вот сейчас снимаю с камеры. И... короче, вот так вот все. А для того, чтобы настроить папочку, куда будет идти запись, заходим в настройки. Значит, и здесь вот выбираем, значит, у нас recordings, да, ну, тут будет запись, типа, вы догадаетесь. И здесь вот выбираете папку, где будет запись у нас. Друзья, вот так вот, надеюсь, вам видео было полезным. Пользуйтесь сами, посоветуйте другим. Ссылка, естественно, еще раз повторяю, на приложение в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.